80 боевиков движения «Талибан» сложили оружие и сдались властям провинции Джоузджан на севере Афганистана. Как отметили местные власти, подобный шаг радикалов может нанести большой удар по вооруженным группировкам в этой и соседних провинциях. Лидеры группировки пока никак не прокомментировали произошедшее. Напомню, на минувшей неделе силы НАТО и США завершили свою миссию по содействию безопасности в Афганистане. За безопасность в стране теперь отвечают 350 тысяч афганских солдат и полицейских.